Давайте розпочнемо із карти бойових дій. Для початку хочу спитати у вас про ситуацію під Сватовом, тому що там маємо, точніше, звідти маємо позитивні повідомлення, зокрема, в Американському інституті вивчення війни стверджують, що якраз неподалік Сватового Збройні сили України провели контратаки. То що там зараз відбувається? Общее направление движения, которое идет на Сватово, мы же занимаемся им вдоль дорог с твердым покрытием, это с Купинска на Сватово, вот южнее, юго-западнее Куземки, мы там начинаем двигаться, продолжаем движение. Потому вот именно это движение положительное, то есть положительная динамика, подсвечивают наши партнеры, наши западные партнеры. Потому южнее Куземки вдоль дороги с Купинска на Сватово будем двигаться. Ну а дальше, скорее всего, будем севернее Сватово выходить на водохранилище, Сватовское водохранилище, для того, чтобы не смогли они его взорвать и отсечь наши наступательные действия. Общее направление из-под Сватово, общее направление в сторону Старобельска, на реку Айдар, на Щастя, в сторону Луганска. Зрозуміло, якщо посуватися нижче і говорити вже про напрямок і трасу, точніше Сватова-Креміна, то тут якраз на Лиманському напрямку, от які тенденції останнім часом ви відмічаєте? Чи змінюється щось? Увеличение наступательных действий российской армии именно где-то от Макеевки, с траверса Макеевки, Луганской Макеевки до Кременной, до Белогоровки. Вот эти несколько десятков километров горят последние несколько дней. А здесь как раз видно на карте, вот все вот это красное, это точки российских, расположения российских войск, и они пытаются двигаться. Вот как раз если севернее Кременной, это Макеевка, вот от Макеевки и на юг до Белогоровки через Кременную везде идут наступать. Пытаются россияне продвигаться. Украинские войска удерживают, есть определенная линия обороны, просачиваются малые тактические группы через нашу линию. Приходится и в тылу их добивать, особенно в последнее время. Поставлена им задача. Не совсем профессионалы, даже не знают, что делать при попадании уже в тыл противнику, потому очень быстро выходят из строя и уничтожаются. Но усилия россияне увеличивают именно в районе Кременной. Задача у них выйти на Торское и дальше двигаться на Лиман, зайти с севера на Славянск. То есть эту задачу они будут выполнять еще как минимум месяц. Ну, пытаться, по крайней мере, выполнить. Угу, зрозуміло. Ну і стосовно Бахмута, звісно, ми постійно говоримо про ситуацію навколо міста. З одного боку, бачили от повідомлення вагнерівців про те, що зайняли вони частину уже заводу і підприємства «Азом». Зокрема, повідомляють, там навіть фото вони оприлюднювали про те, що знаходяться на підприємстві «Східмаш». З іншого боку, відбулося напередодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, і все одно було прийнято рішення продовжувати оборону Бахмуту. То яка зараз ситуація в місті? Востокмаш – это северная часть территории завода по обработке цветных металлов, АЗЦМ, так называемый, очень большой завод. Он прикрывает с севера, прикрывает центр города. Именно на этом заводе сейчас наши войска расположили линию обороны. Пытаются россияне, естественно, туда зайти. Иногда заходят, но мы выбиваем. Это устойчивая линия обороны, это устойчивая промка, так называемая промзона, которую очень легко оборонять. Это с севера центр обороняется, прикрывается АЗЦМ. Справа, с востока, вдоль реки Бахмутки, очень хороший рубеж обороны, так как заход с востока на Бахмутку, он там чистый, несколько сот метров хорошо простреливаемой поверхности, потому подойти к Бахмутке они просто не могут. Пытаются с юга подойти, но также с юга упираются в трассу Константиновка-Бахмут. Основная трасса, опять же, подход с юга, юго-востока к этой трассе, он лысый от определенных средств, укрыться нечем. Работают наши танки, выходят батальоны танковые, разбирают на молекулы россиян, которые пытаются с юга подойти. Там просто хорошая позиция для работы танков. Некоторые наши экипажи даже тренируются сразу
используя как полигон для тренировки именно выходы на, по работе по российским позициям. Причем работают что прямой наводкой, что навесом, и довольно-таки неплохо и навесом получается. Потому 7-8 километров танк бьет довольно-таки точно, можно рассчитать. Потому удерживается Бахмут сейчас, удерживается крепко. Движение туда и обратно, в центр Бахмута и обратно, ничем не перекрывается. До оперативного окружения далеко, до полного еще дальше. Пытаются не пройти, здесь вот видно даже по карте, они пытаются пройти севернее. Они поняли, что тонкой клешней Бахмут окружить нельзя, будут пытаться вдоль трассы Дебальцево-Славянск, идти вдоль трассы в сторону Славянска. Ну и здесь у них большие проблемы. Такой язык, который начинает отрываться от уже материнской части, он сам может попасть под фланговые удары. И здесь у кого быстрее нервы дрогнут, будем смотреть. То есть находятся наши генералы там, все управляют этим процессом. Несколько штурмовых бригад, готовых откусить, допустим, это щупальца российское. Тут вот, смотря с какой стороны посмотреть. С одной стороны, наш Бахмутский гарнизон находится в полуокружении, а с другой стороны, если посмотреть чуть шире, то как раз вся эта российская ЧВКшная братья, которая пытается двигаться в сторону Славянска, они могут попасть в полуокружение. Из-под Бахмута выход на Белогоровку или обратно с Белогоровки на Бахмут, и весь этот наступательный потенциал будет в оперативном окружении и дальше уничтожен. Потому здесь будет зависеть от мастерства и того военного запала, который есть у нашей армии в этом районе. И еще большой вопрос, кто в данный момент в окружении. Угу. Зрозуміло. Ну, наскільки ми розуміємо, тобто північніше від Бахмут, якщо говорити про весь ось цей великий виступ, то це все в основному сили Вагнера, вірно? І чи можна оцінити, власне, наскільки чисельне там їхнє угрупування? До 10 тисяч Вагнера осталось в общем в районі Бахмута, якщо считать від Солідара до Курдюмовки. Около 10 тысяч – это в основном основной костяк Вагнера. То есть тот золотой запас, уже профессионалы, сидельцы сточились, большинство там и осталось в районе Бахмута. Часть из них переброшена на запорожское и херсонское направление. А здесь основные части и Вагнера, ну они усилены сборной солянкой и ВДВшниками российскими, артиллерией, техникой, усилены кондовыми ЛДНРовцами, так называемыми, которые воюют против Украины еще с 2014 года. То есть такая сборная солянка, но основной костяк – это как раз золотой запас ЧВК «Вагнер». Именно его мы сейчас и уничтожаем. И именно он проводит наступательные действия. А щодо загрози оточення і, власне, того угрупування, яке може опинитися в оточенні, то тут про яку кількість йдеться військових російських? Около 3 бригад, это минимум до 7,5 тисяч человек. То есть это довольно-таки серьезная проблема у россиян, но для того, чтобы их окружить и выполнить такого рода действия, это у нас должно быть где-то 3-5 бригад штурмовых, выполнить где-то марш-броски километров по 10, по 15. А этого достаточно будет, чтобы откусить эту голову, которая двигается, пытается двигаться на Славянск. Мы вот ее видим по карте. Очень хорошо видно. Вот если будет возможность вот от Бахмута до Белогоровки проведите линию, и тут же увидите как раз эту проблему у россиян. Они прекрасно ее сами понимают. Белогоровка, та, которая оккупированная сейчас. Нет, чуть есть Белогоровка, да, чуть ближе.